И Гарун ушел вслед за друзьями в свои покои, а Джамиле осталась в печали и тревоге. И Сплендиану сказал: «Я должен тебе сообщить новость. Вижу, что твоя новость будет дурною», — отвечала Джамиле. Гарун еще в детстве любил ломать свои игрушки, — сказал Сплендиану. И Джамиле все поняла. Она опечалилась и так сказала: «Какими глазами я буду глядеть на солнце, когда его не будет? Каким языком я буду петь, когда он не будет слушать мои песни? Разлука будет причиной моей гибели». И Сплендиано утешал ее, говоря: «Не следует тебе так убиваться, полюби меня». И Джамиле ужаснулась: «Никогда!» Тогда Сплендиано сказал: «Ты любишь Гаруна? Он не думает о тебе. Слышишь, как он беззаботно веселится?» И Джамиле услышала веселую песнь, доносившуюся из глубины покоев.